Скучаете? Просто кола остался. А кот потерялся. Угу. Отлично. Я даже кот сбежал. Ну, а с вами вообще никто жить не хочет. Заходишь. Заходи, заходи. Екатерина Дмитриевна Субботина, вы согласны, чтобы Дмитрий Карлович Штопель, ваш биологический отец, выполнял роль вашего опекуна? Да, конечно, это же мой папа. Дмитрий Карлович Штопель, вы согласны взять на попечение вашу биологическую дочь Екатерину Дмитриевну Субботину? Теоретически, я, конечно, согласен. Но эмпирически тут надо разобраться. Понимаете, в чем дело? В математике существует критерий согласия Пирсона, который можно применить в данной ситуации и выяснить, насколько мое мнение отличается от ожидаемого вами. Вы просто должны сказать «да» или «нет». Английский математик Гудфри Харви в книге «Апология математики» утверждает, что математика красива. В математиках никто умеет ценить красоту. Ему необходимо вдохновение, ему нужна муза. Слишком длинное вступление. Поужинаем. Приходите завтра на передачу дела и вдохновляйтесь сколько вам угодно. В 12 не опаздывайте. Какой дешевый откат. Я начинаю надеяться, что ему что-то получится. Ну, хотя бы проявлю.